Количество ДТП в Якутии по сравнению с прошлым годом увеличилось на 4,5%. При этом в регионе отмечают снижение числа погибших на дорогах. Об этом сегодня сообщили на совещании управления ГИБДД. Всего с начала года в Якутии зарегистрировали чуть меньше 700 ДТП. Среди них 219 произошли из-за некачественного состояния дорог. На совещании сотрудники ГИБДД еще раз напомнили работникам дорожных служб, что на всех дорогах должна быть обеспечена безопасность участников дорожного движения. Это установка светофорных объектов, это установка каких-либо ограждений. Да, при работе спецтехники, спецтранспорт на дорогах должно быть в соответствии с требованием ГОСТа. Это все это возвышающие элементы, это специальные сигналы, да, и так далее. Основная задача — это именно снижение аварийности при ремонте дорожных работ. Своевременное установление дорожных ограждений, сооружений –